Современная воркаут-площадка открылась в поселке Новые Тарки площадью в 200 квадратных метров. Она оборудована всем необходимым. Это воркаут-тренажеры, баскетбольные кольца и безопасное резиновое покрытие. Все это сделано при содействии депутата Народного собрания Дагестана, заместителя председателя комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османа Булатова. Все плюсы новой воркаут-площадки оценил наш корреспондент Мухаммад Омаров. Горизонт, передний виз, стойка на руках, боковое сальто. Эти и другие зрелищные упражнения продемонстрировали эти крепкие парни на открытии спортивной воркаут-площадки в поселке Новые Тарки. Турники, брусья, баскетбольное кольцо – все это теперь в шаговой доступности для детей поселка. Эта площадка возведена при содействии депутата Народного собрания Республики Дагестан Османа Булатова. Ко мне обратились жители поселка Тарки, мои избиратели. Поселок Тарки относится к моему избирательному округу с просьбой обратить внимание на отсутствие спортивной инфраструктуры именно вот в этой части Тарков. Мы уже совместно с главой Советского района разработали план, как это сделать, дорожную карту, подобрали подрядную организацию. Построив такую площадку, мы минимум уверены, что детей мы обезопасим, чтобы они не были вовлечены в преступления какие-то, ненужными делами, чтобы не занимались. Дети должны быть чем-то заняты. Опробовать новую площадку пришли ученики местной школы. Здесь они могут заниматься воркаутом, разминаться, играть в волейбол или мини-футбол. Эта площадка хороша с тем, что она недалеко от школы, то есть школьники могут приходить и заниматься тем, что им нравится. Спасибо Осман Булатову за такую площадку. В будущем мы будем ходить сюда с друзьями. Как отмечают сами спортсмены, воркаут становится все популярнее в республике. Поэтому такие площадки – это хорошая возможность для детей освоить базовые упражнения. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом, приложил свою руку. Это Османа Булатова, главу Советского района. И всех жителей. В первую очередь слова благодарности, Осман Шамильевич, вам за ту колоссальную поддержку, помощь, которую вы оказываете и на этой площадке, этому поселке, и вообще нашему муниципальному образованию. Желаю всем таркинцам непоколебимой воли и веры в свои таланты, в свои возможности. Двигайтесь вперед, бодрого духа вам, оптимизма. Я уверен, что вы все сможете преодолеть трудности и достичь тех спортивных целей, которые перед собой поставили. В здоровом теле, здоровый дух. Спасибо. На открытие спортивной воркаут-площадки пришли жители поселка, ученики спортивной секции, именитые спортсмены и депутаты. В своих выступлениях они отметили, занятие спортом оберегает подрастающее поколение от пагубных привычек. И потому создание спортивной инфраструктуры необходимо. Мухаммад Омаров, Рамазан Омаров, Махамбек Омариев, Юсуп Гази Омаров. Время новостей.